А победителем прошлого ролика становится вот этот вот челик. Он получает, в общем-то, 32 рубчанских. Отпиши мне ВКонтакте со всеми доказательствами, и ты заберешь свой приз. Ну а что принять участие в следующем ролике, вам нужно подписаться на канал, поставить лайк, оставить один положительный комментарий. С помощью лайков мы разыграем бабосики. Если набирается 100 лайков, разыграет 100 рублей и так далее. С помощью комментариев мы выбираем рандомного человека, который заберет весь приз. В общем-то, участвуйте, выигрывайте и побеждайте. Рандомайзер выбирает тебя. Нам и переходим к ролику. Погнали, парни. Здорово всем, парни, с вами Василько, это PlayToX, на балансе у нас, в общем-то, ну, видите, сколько будет и так далее, в общем-то, забыл просто приветствие сделать, поэтому я с вами готов приветствовать именно сейчас, в общем-то, давайте наберем на этом ролике дохерища лайкусиков, чтобы стрельнуть, сейчас стараюсь чисто для вас, блять, вы замечаете сами, то, что ролики выходят по NW и по PlayToX, и это все мешается, получается это охуенно, поэтому давайте, я, блять, тем более, посмотрите предыдущий ролик, какой он, блядь, охуенный по плейке. Посмотрите этот ролик, какой он охуенный по плейке и так далее. Посмотрите просто ролики по охуенным сайтам. Просто, блядь, давайте, у вас есть два плюса, для чего нужно поставить лайк, допустим, на этом ролике. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, это первое. А второе, это чтобы просто поднять актив на канале. Соответственно, вы поднимаете актив, соответственно, и будет жестче контент. Допустим, если будет дохуище актива, будет жестче ставочки. Вот. Это все зависит напрямую от вас. Допустим, блядь, наберете там сейчас 500 лайков, бля, я стрельну нахуй. И, соответственно, мне будут давать не 400 рублей за ролик, хотя, блядь, учитывая того, что я, блядь, закидываю на этот сайт гораздо больше, а получаю 400 рублей за ролик. Ну, то есть эти 400 рублей, они идут как бы вот сюда. А 400 рублей они не выдают, я на них играю, в случае проигрыша я нихуя ничего не получаю, в случае выигрыша я вывожу. Вот, поэтому если хотите, чтобы был топовый контент, давайте больше, соответственно, мне больше будут выдавать, соответственно, будут жестче ставки, соответственно, я больше буду сливать или больше буду поднимать, это все зависит напрямую от вас. Действуйте, в общем-то, активчик поднимаем, я жесткий контент делаю для вас. И все. Ну, деньги же не просто так не берутся, правильно? Деньги берутся чего? От того, что должен быть охуенный актив. Если будет охуенный актив, будет плюс от охуя. Если будет плюс от охуя, будет контент жестче. Поэтому все зависит напрямую от вас. Хотите жесткого контента, хотите больше розыгрышей, хотите на большей суммы розыгрышей, то делайте актив. Ну а мы переходим к ролику. Погнали, парни. Че нахуй забацаем, пацаны? Куда я ставлю, все противоположное выпадает. Честно, напрягай. Чё, косарь жалко, что ли? Не понимаю никак. Ну давай, блядь. 200 рублей. Please. Отлично, пацаны. 400 рубчанских у нас есть. Нормально. Ну, мне вот не заходит, если честно. Чё за херня? Нормально. Ништячок, ништячок. Нихуя себе. Это сейчас жестко было. Нормально. От камбэка ли, как говорится. Нормально, 680 рублей. Хорошечно, хорошечно. Куда пойти? Блэкджек? Стопаемся. Еще раз. Зак. Стоп. Стопаемся, блядь, ничего более делать. 25 рублей, бля. Не подведи только. Стопаемся. Отлично. Отличненько, отличненько. Стопаемся. Да. Отлично. Ништяк.
Так, окей. 45. И 10 давай. Опа-на. 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 Все, косарь, пацаны. С 300 рублей мы подняли косарик. Это вполне неплохо. Подписываемся на канал, не забываем ставить лайки, оставлять свои комментарии. С вами был Василько, еще увидимся, всем удачи и всем адьос. Удачи, парни. Покедова.